Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели Ютуба. Сегодня в меню без преувеличения самый сложный в мире трек, и первую гонку мы стартуем без квалификации с 16 места на дне рейтинга А. Я все не теряю надежду подняться в рейтинг А+, без квалы. Эта задачка оказалась намного сложнее, чем я ожидал, а также я продолжаю экспериментировать с форматом. Второй выпуск Nice Express будет сильно отличаться от первого, потому что очень хочется делать видосики чаще, упростить и ускорить монтаж, но при этом, конечно, нельзя допускать, чтобы вы заскучали. Поэтому, если заскучали, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Ну и все, давайте начинать. Произошло непонятно. Сорян, бро. Что там-то произошло? Жесть какая. Ауди просто встала на дороге. Пропускала кого-то, что ли? Короче, классический хаос в начале гонки. Хаос продолжается. Естественно, пытается меня убить. Сила привычки. Надо было по тормозам ударить, вместо того, чтобы биться об чувака. Моя ошибка. Но я думал, его налево унесет, но его не унесло. Еще один чувак умер, и русский чувак умер тоже. Умер и ливнул. Вот, понимаю его чувства. Понимаю. Прекрасно понимаю. Страшно. Наверное, не полезу, нет. Правильно сделал. Не, ну с 16 до 6 места хорошо. Не стыдно. Ой, немец, осторожно. Спасибо. Стал меня блокировать, бро. Благодарен. Впереди фантом. Призрак гоночной оперы. А я-то за ним так поехал.
такое возможно? На первое место за один круг приехал. Довезу. Очень хочется довести теперь. Давайте довезу, ребят. Давайте, что ли, довезу. В кои-то веки. А? Ой. Зачем на поребриках скакать? Совершенно не против, если остаток гонки будет скучный. Не надо, истеричка. Не надо, не надо, не надо, не надо. Вот этого дерьма не надо. Не улететь в песок. Довести. Довести. Довез, пацаны. Довез. 12 секунд. Преимущество. Над вторым местом. А? А? Почему не получается на стриме вот такое? Почему? Что за чертовщина? В гонках с динамической погодой всегда нужно проверять карту осадков перед стартом, чтобы поставить подходящие шины. И вроде бы дождевые облака прошли мимо, поэтому решение остаться на сликах кажется очевидным, но все оказалось не так просто. Я сейчас умру. Чуваки, я сейчас умру. Куда это облако движется? Да это полный бред. Полный бред. Казунори просто конченый наркот вообще, ну... Как можно определить, на какой резине стартовать? Да невозможно вообще. Абсолютно невозможно. Офигеть, чувак. Мне просто надо это все пережить. Просто надо пережить. Я не хочу даже пытаться быстро ехать. Я хочу ехать стабильно. Просто не умереть сначала. Никаких других приоритетов у меня нет. Облако ушло. Ну, чувак, ну как ты так медленно едешь-то, бро? Ну, ты же ужасно медленно едешь, ну это же просто вообще никуда не годится. Так, поребриков боюсь. Даже не касаюсь педали газа. Когда я на поребрике... Даже не касаюсь педали газа.
хорошо идем, что скажешь. Бредовая гонка, но идем хорошо пока что. Как будто все сухо. Даже по ребрике вроде не скользкие. Да, вроде можно посмелее ехать. Француз передо мной. Beat you from last. Пытается делать то же самое, что делаю я. Но судя по его имени. У него максималка должна быть офигенная. Интересно, как в сравнении с Суброй. Ой, я чуть ли не погиб тоже. С этим я даже бороться не буду. 5 секунд у него штраф, и я спокойно его обойду попозже. Зачем мне нервничать по этому поводу? Еще ливрея у него такая, как будто бы это современная бэха текущего поколения. Так, что, победить? Победить сможем, что ли? Победить хочется. Немец Джоши. 2,6. 2,5. Сокращаем отставание. Операция по сокращению отставания. 2,3. Я как-то совершенно неправильно поехал. 2,8. А было 2,3, между прочим. Говно. 2,1. Он ошибся. Он ошибся. Догоняем. Я и сам-то не сказать, чтобы хорошо еду, но вроде бы догоняем. Зачем в траву-то выезжать? Может, и не догоняем, ребят. Нужна ошибка от него большая. То я ошибаюсь, то он ошибается, то он ошибается. Примерно в одинаковом темпе едем. Вот этот поворот у меня получился намного лучше. Пару десяточек отыграл. Пару десяточек не так уж и плохо. 1,7. Это лучше, чем 2,3 и 2,8, что было раньше. Победа возможна. Уф. 1,5. Один и два. В слепстрим попаду к прямой. И дело сделано. Наверное. Нет! Нет! О, эта ошибка, возможно, стоила мне всего. Прямой у меня выход немного получше, но далековато я, похоже. Далековато или нет?
Сейчас увидим. Ну давай. Давай, сопрёныш. Нет, невозможно, думаю. Наверное, нет. Ай, вот это ошибка. Вот это ошибка из этой второй карусели. Короче, вот она мне стоила победы. Обидно. Чуточку обидно. А в целом неплохо. В целом вполне себе сойдет. Вот почему на стримах такие вещи не получаются, а? Какой отстой. Самая сладкая и нервная гонка на десерт уже во плюсе, и снова неожиданный дождь в начале. Перед тем, как, ну, короче, погоду перед гонкой проверяешь, вообще не такая погода была. Вообще не такая. Полный бред. Просто конченый бред. Конченый бред. Кое-как еду вообще. Страшно, пипец. По влажному очень страшно ехать. Машина не поворачивает нифига. Фреймрейт спайкает постоянно. Куда ты улетишь? Куда ты летишь-то, твою мать? Да ебаный рот, блядь, ненавижу эту жизнь, сука. Блин, это не гонка, это выживание. Нифига я не кайфую, если честно, от таких типов заездов. Нифига не кайфую. Пока еду, нормально вроде. Держусь как-то. Все еще. Все вместе едут. Близко очень. Никто, в принципе, наверное, не может темпа нащупать. По влажному страшно ехать. Еще ничего не подсохло. Ой-ой-ой-ой. Вот и я также умру скоро, наверное.
прохожий. Живем, живем, пацаны, живем. Ой, страх. Так, мне нужен слепстрим второго места. Слепстрим второго места, срочно. Испанец сзади сожрет сейчас. А нет, не сожрет. Давай. Пожалуйста, хорошую гонку, го, хорошую гонку. Добью ее до конца. Let's go! Давай! Давай, 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 миленький, давай, пожалуйста, умоляю. Они все быстрее меня здесь. Этот русский чувак сзади 100% быстрее меня. По-моему, он с первого места стартовал. С хвалой, типа, меньше 10 секунд. Секунды на 4 быстрее меня. Ну, в этой, в принципе, почти до самого конца, до прямой, тут хрен обгонишь. Если нигде не ошибаться сильно, то можно довести. Наверное. Ты же не будешь сейчас меня убивать? Давай-давай-давай-давай-давай. Я сейчас, наверное, змейку за собой буду выстраивать. Из-за того, что я медленно еду, всех буду задерживать, а обогнать невозможно. Вот на этой прямой, возможно, меня обойдут сейчас. Ну, собственно, на следующий, который сейчас будет. Произошло. Так и произошло. Черт возьми. Не так, как я планировал, не так, как я ожидал, но это произошло. Зачем вот это было, непонятно. Просто обосрался, как конч. Ну не надо сюда лезть-то, ёб твою мать, а! Ну что ты за кусок дерьма? Пошел в жопу. Мне надо вернуться в слепстрим этих чуваков. Срочно.
У меня, в принципе, нет темпа, чтобы их догонять, но... Что делать-то? Надо как-то пытаться. Но я как ни стараюсь, я все равно отстаю. Маукс разбился. Вот с этим надо как-то стратегически, тактически, не знаю, что-то сделать. Или нет? В принципе, полсекунды. Он плохой выход у него напрямую. Ну ладно, второе место неплохо. Второе место неплохо, если довезу. 0,6 он отстает от меня. Нет, он не догонит уже. О, вот это гонка. Довез, красава. Вот такой получился Nice Express. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Если понравилось, вступайте в ряды моих дорогих подписчиков. Спасибо за просмотр. Пока-пока.